Всем привет! Я вот тут нашел очень крутое видео, ну, по названию «Мировые хиты на дамбре» от группы Made in Kazakhstan. Давайте посмотрим. Поехали! Best covers. Природа Казахстана. Welcome to Kazakhstan. Очень интересно. Конечно, очень такое не короткое видео. Наверное, много песен будет. Так, это когда было? Где-то 2 года назад. О! То есть здесь только 2 дамбры и все. Еще петь будет. Такое ощущение, как будто там еще есть какие-то инструменты. Я думаю, перед сном неплохо такое послушать и спокойно спать. Видимо, песня, да? Интересно, сложно научиться играть на дамбре? О, так быстро! Там сколько струн здесь? 2?
Очень классное видео, очень классная музыка, и ну, на самом деле я не думал, что играя на добре можно воспроизвести такие интересные звуки. Ну, сразу же появилось желание еще посмотреть, может быть, есть у них еще какие-то каверы на известные песни. Интересно стало, сколько же нужно играть вот, в музыкальной школе, чтобы научиться нормально играть на добре. Ну, например, если на пианино там 7 лет нужно, на гитаре 5 лет и на трубе 5 лет, как я знаю. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько лет нужно потратить для изучения игры на этом инструменте. Спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео. Пока!